все. Дима, попытайся получше разрисовать ей лицо. У меня даже запах тошнит. Нет. Ребята, мне идет? Конечно, идет. Итак, ребята, сегодня у нас вместо факультатива по английскому будет очень классный челлендж. Кто хуже нарисует, тот и съест. Что это за челлендж еще такой? Угу. Я приготовила разные продукты. Они, правда, не все вкусные, но все съедобные. И также у вас будут листочки с фломастерами, которыми вы будете рисовать эти продукты. Ну и время. 10 секунд, 20, 30, 40 или минута. Это я уже буду решать сама. Ну что, готовы? Я согласен, супер челлендж. А если эти продукты будут какие-то невкусные, и мы их не захотим есть? Ну, тогда надо будет придумать этому человеку какое-то наказание. А наказание будет таким. Если кто-то из нас не захочет есть эту еду, тому мы разрисуем лицо. Отлично, только приготовьте свои лица, и от еды никакой я не откажусь. Но это мы еще посмотрим. А я рисую очень хорошо, и поэтому мне никакой еды не придется есть. Так, ребята, хватит спорить, давайте лучше скорее начинать челлендж. Поверьте, некоторые продукты не очень-то и легко нарисовать. Итак, ребята, у каждого из вас будут свои фломастеры и по листику А4. Главное, чтобы удалось нарисовать что-то. Я думаю, что-то у вас точно получится. Ребята, первый продукт готов. Для некоторых он очень вкусный, но он не очень пахнучий, если честно. Готовы? Да! Рыба! Я думаю, вам это будет несложно нарисовать, но постарайтесь. Я вам даю целых 30 секунд. Старайтесь быстрее, а то запах, ну, вообще не очень. Ой, запах чувствую аж сюда. Да. Итак, ребята, раз, два, три, время пошло. Осталось 20 секунд. Господи, что я рисую? 10 секунд осталось. Показывайте свои рисунки. Сейчас будем решать, кто будет кушать эту рыбу. Я думаю, что я проиграл. Ну, конечно, Ева точно отпадает. Она выиграла. А вот у вас, ребята, очень красивые рыбы. У Саши рыба-карандаш с глазом. А у Виолетты рыба-игла. Но все равно у Виолетты чуть больше похожа на рыбу, поэтому проиграл Саня, и он ест рыбу. Ух, пронесло, как я не хочу есть эту рыбу. Приятного аппетита, Саня. Да. Кушай. Ой, какая воняет. Ой, фу. Вкусно? Вкусно? Да, неплохо. Тебе оставить, будешь все кушать? Да. Я не хочу. Вкуснейшая рыба. Правда, пахнет плохо, но... Хорошо, Саш, я тебя заверну ее с собой, потому что у нас сейчас следующий раунд. Готовы? Да! Раз, два, три! Да-да-да! Итак, ребята, мы с Раком думали-думали и решили, что мы вам дадим целую минуту, 60 секунд, чтобы вы его нарисовали, потому что это действительно не очень-то и просто. Кейт, засекайте время, мы готовы. 3, 2, поехали. Как его рисовать? Как его рисовать? Блин. Все. Итак, ребята, поднимайте свои рисуночки. Да,
Мне кажется, на вас сейчас обиделись все раки, которые существуют вообще в мире. Да, я же говорю, я рисовать не умею. Я тоже. Ну, конечно, я не очень нарисовала. Мне кажется, у меня самый идеальный рак. Итак, ребята, рак сказал, что очевидно проиграл тут Саня, поэтому он его и будет кушать. Так как его есть, я даже не знаю. Я тебе сейчас расскажу. Надеюсь, он будет вкусный. Приятного аппетита, Саня. Да. Если честно, я бы сама его съела. Спасибо. Очень а я не люблю их. Сейчас я тебе помогу. Я их не пробовала. Так, сейчас. Ой, все разорвало. Саня, тебе очень повезло. Интересно, он вкусный. Ой, еще и с икрой. Интересно, он вкусненький? Конечно, вкусный. И сейчас икра, Саня, будешь кушать? На. Икру. Вкусно? Вкусно! Вкусно, конечно, вкусно. Я уже сама захотела быть на месте Сани, если честно. И у нас следующий раунд. Итак, ребята, готовы? Да! Раз, два, три! Папа, что это? Это сыр с плесенью. Правильно. Да? Да. Интересно, вкусный? Да. Я не пробовал никогда сыр с плесенью. Я только видел, когда сыр. Учитывая, как ты рисуешь в предыдущий раунд, может, ты и попробуешь. Да. Ребята, этот продукт не тяжелый, поэтому я вам даю только 10 секунд. Раз, два, три, поехали! Давайте. Стоп! Все, 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 все. Класс. Ева, у тебя уже третий рисунок подряд, очень правдоподобный. Саня, у тебя, кстати, это тоже неплохой достаточно рисунок. Ну, Виолетта, это полоска, не знаю, макаронина. Наконец-то я не очень попала, поэтому ты проиграла, и ты ешь этот сыр. А я не. Как я его не хочу есть. Наслаждайся. Приятного аппетита, Виолетточка. Ну, Виолетта, ты можешь отказаться, и мы тебе нарисуем прекраснейшие усы. Нет, я лучше его съем. Давай, давай пробуй, сейчас расскажешь нам. Давай побольше, что так мало берешь? А, давай еще. Вкусно? Давай еще. Ну, давай класс. Еще. Еще кусочек. Что кусочек? Такой большой, побольше. Кислый. Да. Ну, молодец, Виолетта, ты справляешься. Молодцы, ребята, вы пока идеально справляетесь. Ну что, переходим к следующему раунду? Да. Ребята, тут у меня находится очень интересный продукт. И мне даже интересно, угадаете ли вы, что это? Давайте, Кейт, не томите, открывайте быстрее. Давайте. Раз, два, три. Что это? Это горошек? Нет. Это кофе. А, нет, это как, это как они там? Ну-ка. Ты как они там? Нет, оливки? Нет, нет. Оливки больше. А можно ближе подойти? Да. Это орешки какие-то? Нет. А что это? Не что знаю, это такое? Это? Ну вот, нарисуйте сейчас. А потом кто-то попробует и расскажет. Итак, ребята, я вам на этот продукт даю 20 секунд. 3, 2, 1, поехали! Стоп! Ну-ка, показывайте, что тут у вас вышло. Саня, что такое? Да, так. А, наверное, очевидно уже? Ну, проиграл тут Саня. Я очень сильно боюсь. Ой, Саня, ребята, это каперсы. Что? Салат. Так ой, что, Саня, пробуй, потом будешь знать. А можно я сам закрою и съем? Да, можно так съем. Так это не это? Воняет. Вкусно. Ну как? Там просто открывает этот нос. Да, просто нос закрыл, и там не чувствуется, что ты он съел. Ну-ка. Я не стоила кушать, но не пришлось. Ура! Следующий продукт, ребята, сейчас вам показываю. Раз. И раз, два, два три. Фу, что это? Это имбирь. О, фу!
я тоже его не люблю, ребята, но правила есть он правила. Горький, капец. Да, он горький. Но я вам, ребята, дам на это 20 секунд. Спасибо большое, хотя бы 20 секунд. Так как это нарисовать просто, но вот скушать совсем не просто. Такое суши идет там. Да. А только зеленое суши. К сожалению, нет, суши нету, есть только имбирь. Вы готовы? Да. У вас есть 20 секунд, еще раз напоминаю. И 3, 2, 1, поехали! Итак, ребята, вы, конечно, все плохо нарисовали, я если думала, честно. Я думала, что я не проиграл. Но для меня проиграла Ева. Блин. Потому что у нее рисунок такой же, как и с каперсами. Вы попытались что-то сделать новое. Ева решила схитрить, поэтому она и будет кушать имбирь. Ой, Ева, я тебя сочувствую. Ой, Ева. А можно ли есть или вернуть? Нет, нет. Нужно откусить. А это там, где откусить, я злой. Понюхать. Давай, возьми меньше. Ой, как он пахнет сюда. Да. Нет, ну чуть больше кусочек. Ты вообще не откусила. И как? Ты чё? Нет. Нет. Я побеги, да? О, сразу. И чё, да? И чё? Так, ребята, вы готовы к следующему раунду? Да! Раз, два, три. Это черный да. Что-то пробовал? Нет. Ну вот сегодня попробуйте. Наверное. Я думаю, вам очень понравится. И тут, наверное, сейчас каждый захотел проиграть. Да. И чтобы нарисовать икру, у вас будет 10 секунд. Так как это очень просто, я думаю, вам времени будет достаточно. Три, два, один. Поехали! Стоп! И мне кажется, ребята, что тут проиграла Виолетта. Потому что у Сани хотя бы на всю тарелку как-то она распределена. А у тебя, Виолетта, чисто сверху. Да, она решила просто большую тарелку. У Евы тоже хорошо нарисовано. Она ей 10 секунд мало, чтобы так всю эту тарелку. Поэтому, Виолетта, икру пробуешь ты. Итак, Виолетта, я люблю икру, как королеве. Я не расстроена. Пробуй. Ну как? Нормально. Нормально? Да. Можно попробовать? Конечно, пробуйте, ребята. От такого отказываться нельзя. Яблоко не будешь? Идеально. Да, вкусно. Молодцы, ребята. Следующий раунд? Да. Хорошо, давайте. Так, ребята, вы готовы? Да. Раз, два, три. О, грибы! Я люблю их! Нет, я не люблю. Маринованные шампиньоны. Я вам на это даю целых 40 секунд. Вот, мы ее нарисуем. И я решила, что в принципе вы можете нарисовать просто гриб. И так как на тарелке, а именно красивый гриб, и так я буду оценивать. Неплохо. У кого красивее будет центр сумочка. Хорошо. Три, два, поехали. Поднимайте свои работы. Итак, ребята, конечно, рисунки у вас хорошие, но проиграла для меня Виолетта. У нее больше похоже не на гриб, а на дерево какое-то. Не знаю, которое уже олысело, то есть это где-то декабрь месяц. Ну, Виолетта, извини, с деревом ты справилась хорошо, с грибами не очень, поэтому ты их ешь. Давай. Да, ты любишь грибы? Нет. А можно я съем? Как хорошо получилось. Нет, подожди, сейчас. Хорошо. Задание для А можно ли рисовать? Рисовать? Да. Отказываешься? Можно я нарисую? Ева, попытайся получше нарисовать ей лицо. Меня
Спасибо, нет. Вот. Давай. Да. Ой. Так, я не мастер, но ладно. Я в глазах твоих вижу. Виолетта, тебе очень красиво. Да, это до конца игры должно сидеть? Да. Покажи, да. Я просто заверила. Он красный. Ух, какая модная. Ребята, мне идет? Конечно, идет. Очень. Да. Прям звезда YouTube. Так, ребята, у нас с вами последний раунд. И думаю, он вам очень понравится. А я думаю, нет. Раз. Два, три! Да, это кое-что вкусненькое для вас. Вы тут особо стараться, наверное, не будете. Все хотят проиграть. И, ребята, я вам даю на это целых 60 секунд. Так что постарайтесь. Три, два, поехали! Свои рисунки. Так, очень интересно. И видно, что кое-кто по имени Ева специально нарисовал плохой рисунок. Поэтому, ребята, я разрешаю разделить пирожное между Виолеттой и Сашей, а ты, Ева, больше не хитри, и тогда бы тоже получила пирожное. Блин, я так хотела это пирожное. Ева, не грусти, мы же друзья, друзья всегда делятся между Спасибо. Собой. Ну что, ребята, пробуем? Ага. Хотя бы на последнем раунде вкусный продукт да. попался. Ааа, это...